Буду благодарен. Долги в долге. Возвращаю. Да ты убери свою волыну. Я даже чую, как у тебя из ствола порохом пахнет. Братан, да ты запарился. Сейчас завалим тех придурков, тогда и поговорим. Прячься на той стороне дороги. Они скоро появятся. Открывай огонь только после меня. Пуля, спасибо, друг! Я, блин, уже с жизнью попрощался. Это вот сталкера благодари, он мне помог. Спасибо, подходи, друг! Пообщаемся. Yeah.
Так, убери оружие. Thank you.
Лаванда! Горная лаванда! Бабу бы! Нашему повару швабру отремонтировал. Да так, что получился 6 лет... Ну вот, нехило побарыжил. Кто-то из ваших у нас же истерил. Ну ладно, сдаюсь, ты победил. Откуда вот ты такую ботву таскаешь? Что-то барахлит в последнее время. Ну вот, нехило побарыжил. Пришел Бюрер к врачу на прием. Доктор, помогите. У меня по ночам так ноги крутят, хоть вой. Босиком ходите? Да. Вот вам, голубчик, результат. Срочно обзаведитесь теплыми носками и парой кожаных... Заходи, не бойся. Выходи, не плачь. Чего у меня голова кружит? В голове какие-то голоса. Контролерами общаетесь? Верно? Чуваки, помогите! Меня порежат скоро!
рядом со мной. Ну шо, бабах. Нас так не ставилось, было земной грязью. Бодяры, да под закусь душевную. Василий, за меня не бежим. Сидер в Сибирь и устроить работу лесником, чтобы подальше от всяких монстров, оружия и аномалий. Второй. Ну да, как же. Монстры тебя и там найдут. Они к тебе... Убирай оружие, тогда пообщаемся. На джипах с помповыми оружиями и аномальным количеством водки. Сталкер к врачу на медосмотр. Врач начинает осматривать сталкера. Через некоторое время... Ты кто такой? Ёхана баба! Замонала уже голодным... Сталкер видит, как меняется лицо врача. Ну кто это? Ты буду? Даже не знаю, больной, как вам... Да ладно, доктор, я человек мужественный. Время это в натуре, конечно, прикольно. Времени прошлого осмотра. Только бугор как дал, так он же живет, так и отобрать может. Скажите, у вас в семье долгожители были? Да нет, не было. Ну да ладненько, а то, знаете, как-то нехорошо нарушать семейные. Извини, сейчас неохота болтать. Нет хабара, нет базара. Приходит сталкер к врачу. Доктор, помогите. Я во время сна так храплю, что всем спать мешаю. Главное, что все слышат и просыпаются. А я ничего не слышу и сплю, как убитый. Так от этого легко избавиться. Я вам помогу. Вот вам таблетки, принимайте по две штуки перед сном. И все? Спасибо, доктор. Вы даже не представляете, как я вам благодарен. И что, я теперь совсем перестану храпеть? Да нет, совсем храпеть вы не перестанете. Ну вот, нехило побарышил. Да будете просыпаться вместе со всеми. Система защиты лаборатории активирована и просит вас оставить артефакты первой, второй, третьей ступени развития, а также абсолюты до входа в лабораторию. Активирована защита от негативного воздействия данных артефактов. Система защиты лаборатории повторно предупреждает.
Оставьте до входа в лабораторию. В противном случае данные артефакты будут дезактивированы.